对。先站住。Что это, как этот, как волк из «Ну, погоди» курил? Да, да. Целую пачку. Не, буквально две тяги успел сделать. Еще Витя подойдет. Лицо зеленое стало у тебя? Оно стало цвета сигареты белое. Да у тебя и так оно всегда белое. Это твое нормальное состояние. Вообще-то. Пониженная температура, белое лицо. Короче, альбинос. Альбиван. Альбиван кино? Диван, диван. Диван кино. Хочешь купить диван? Покупай диван. По ссылочке выписал. Диван рекомендует? А диван рекомендует диван. Бином. Единар. Все, все это выписал. Заходи. Залетай, будем хранить бутылки. Еда! Еда! Никит, бери один мяч, а не в сторону. Ну, Андрей подпускал, ты что, видишь мяч? Что, мяч? Он смог так еще мяч. Обрубка у тебя? Ну да. Ну, пробил там дырку, типа. Так там была дырка, там нормально можно было. Просто она острая, там стрёмно. Стрёмно, чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево уже. Пробил дырку просто, типа, этим. И другую дырку. И накачал, как все. Начинаем футбол. А ты драл там все? Да, да. Просто камерой будем играть, и всё. Когда придет отдирать этот? Все-таки великоват. Мастер. Отдирать когда? Тебя? Не знаю. Как позвони, так сразу. Только так балкон когда будет отдирать? Это все будет в один день, да, сделано? Зависит от настроения Макса. Насколько долго будет длиться первый этап, а второй неизвестно. Говорит, почтительно первый дольше, да? С твоей. Хотелось бы, чтобы второй сделали. Но второй не так важно. А, Андрюха не прикидет, Андрюха в курсе. Где? Где ты его видишь? Вон он, ворот. Чисто приехал на последний матч, поравнял ворота, поменял штрафные. Шире! С фокусом Витя приехал. Странно, что именно, ну, что именно его не гол смутил, а то, что я близко зумил и весь матч снимал вблизи. То есть я ему устроил, считай, авторскую съемку. Типа. Не знаю, мне кажется, что когда чуть-чуть приближено, оно круче смотрится. Конечно, я ему это и устроил, типа, Витя тяжело идет. Я думаю, ну ладно, будем, так сказать, масштабировать еще бой. Буду чисто лица снимать, типа, в понедельник. Потому что недостаточно за ним. Позиционно как-то,
уже красиво, до следующего. Блин, а как мы теперь попилим бабки, если Андрей придет? Попилим бабки что? Бабки, которые заехали, мы их распилим теперь с тобой напополам, если Андрей приедет. Считай, я вообще собирался их себе забирать. Забирать еще? Себе? Ну, конечно. Я собирался тебя закопать и распилить напополам твоим родителям, отдать тебе часть. Там еще типа долг оставался тебе за прошлую неделю, сколько-то, да? Ну, вроде да. До сих пор вернули его? Не вернули? И Андрюха напишу полную сумму. Так сказать, чтобы не получилось только за предыдущую. Это придется, так сказать. Тебе с мастером, мне с трактористом. Не ставь, пожалуйста. Нет, выставим, выставим. Как тебе сейчас теннис? И меня в среду получилось, сука, не было. В среду? А что так, что посреди недели? Да, спросил. Из... Райану? А, да. Ну, это одно и то же место, да? Ну, да. В принципе. А. Пойдешь работать либо в школу, либо в... Либо в Райану, либо... А. Ну иди 10 отличий. Не ловко. У нас фокуса нечего. У нас пока почему-то и солнце. Может, погода еще влияет. Может, ты вот за луны? Конечно. Гороскоп считал? Гороскоп, да. Он, короче, у меня гороскоп всегда работал. Получается, пока я в 21 год не понял, что типа я лев, а не рак, все работало. Ты думал, что ты рак? Знаешь, это не знаю. У меня все, ну, в гороскопы верите, да, у меня все хорошо работало, только в 30 я понял, что я не лев, а рак, типа, и потом перестало. Ой, это кафе-мороженое Андрея, да? Бей! Бей уже! Шакира! Ты ее раньше не видел? Не. Ну, типа, это ты там таксистом был? Нет, поэтому... Ты не только таксистом. Доставщиком. Мастером, так сказать. Доставщиком пиццы. Кто? Как тот самый? Так я недавно зашел на его ТикТок. У него есть ТикТок? Да. Захожу на его ТикТок, а он, короче, типа такой... Without any further interruption, let's celebrate and suck. Короче. А там можно все, что хочешь говорить, да? Не. Нет, там... Там есть. Короче, не, он там поздравлял всех работников скорых, врачей, доставщиков пиццы, сантехников, космонавтов и так далее. И везде короче, он был в образе, свои. Типа этого. Да. Он там поздравлял с одним всех профессий, с одним трудящихся. Ну, он прям очень хороший. Ну неудивительно, он же столько профессий. У него везде подвязки должны быть.
щеточку. Не, не, не мерзнет рука. Сейчас, ну, когда ветра нет, так нормально все. Зеленский анонсировал, что вообще надо обсуждать, оказывается, важные вопросы с народом. То есть не только те, за которые уплачены тебе там будут, например. Короче, он говорит, будем каждую неделю голосовать. И говорит, предлагайте свои вопросы. И, типа, и женщина пишет, у меня одно питание, за что так земное, господи. Просто зашел. Что видел? Решай! Диди. Жди. Диди, вставай. Как тебе? Внешне изначально. Ну, внешне. А? Внешне. Очень похож на это. Нос. Все равно. Все, вообще требует смотреть это видео, потому что можно... Да не, не, не. Я не из-за того, что они что-то смотрели. Я же говорю, я... Ну, во-первых, типа, я... Стараюсь на меня смотреть. Меня все-таки привлекает образ человека, да, который у меня в голове создается. А создается он на основании типа общения с ним, еще что-то. Ника, например, та же вот. Кстати, правда, стоп, я же за. Чайка защищается. Женя, кто забил? Спасибо. Женя уже все забил, спасибо.
Забил. Забей. Сухенко? Сухенко этого, красиво. Что я? Вить, какая у тебя минута? Прямо сейчас. 16-я. Началась? Или уже идет нормально? А, ну у тебя идет нормально, все, я понял. Вот, ну типа, 7 из 10, ну ты, наверное, чисто забьешься, сразу человек вообще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну, камбэк, камбэк. Камбэк. Маш, не заводись, Ник! Такая светящаяся девочка. А? Светящаяся девочка. Постоянно. Я не видел ее в плохом настроении никогда. И это нехорошо. Спасибо, спасибо, спасибо. Видел уставший, но не видел. Я не из тусовочки бодипозитивщиков, скажем так, и не в настроении позитивщиков. Я таких людей, как правило, избегаю вообще. Потому что есть свои нюансы. Вот лично у меня персонально с ними есть свои нюансы. Особенно профессионально. То есть, типа, я к ним не буду относиться как к обычным, я к ним буду относиться как к пациенту. У нас есть. 1000. О, дай мне 500 еще поешь. Достань, пожалуйста. А, кстати, еще за прошлую неделю я Наташу рассчитывал с объединением, я тебе представил. 200 гривен тогда дал. Я тебе напишу себе такого. Лево, лево! Должно быть что? Два мяча ты забираешь? Отлично. Ты привез один, типа? А? Ты привез один? Да, да. В гараже был? Да. Уехал. Тебя рассчитал? Визуально нет, но я же думаю, что человек. Первое впечатление, да. Это же больше-то больше времени проверять, типа это не там. Во-первых, а во-вторых, это больше Андрюхи, чем нам с тобой, поэтому я же визуально, типа. Не знаю. Не мое, типа, в любом случае. Я не очень люблю, когда ну, черты лица выделяют конкретно у женщин. Ну, ярко понял. Кому-то это наоборот очень нравится. То есть, поэтому я как-то. Так. Настя и Саша не выделены? Черты лица. Нет, не выделены. И у Ники не выделены. Мне кажется, что у Насти просто не черты лица. У нее из черт это вот тут вот глаза и нос более-менее выделяются. Тут у девочки и подбородок, и все что угодно выделено вообще хорошо, она достаточно. Ну это типа, это ж неплохо. Я просто понял, что я такой. Говорю, каждому свет. Никита! Неплохо, не хорошо. Для меня. Это Андрюхи. Та же Настя, к примеру, для меня была всегда типа симпатичная, потому что ну, она мне нравилась.
Вот, Настя какая? Ну, раздобучка. Вот. Ну, она большинству абсолютно не нравится, как женщина. Ну, у нее тоже, по-моему, черты лица красоки есть. У нее выделены черты лица, да, не знаю. Вот. Особенно после шрамов, особенно после этого, да. Ну, в общем. Не, ну, когда она плотная, типа, не очень, когда она худеет более-менее. Ну, или красится, по крайней мере, так, чтобы выделять тени, это же тоже можно все сделать. Ника пробовала себе скулы выделить, это прикол. Вот. То есть она же у меня обычно особо не красится, да? Бля, так через забор обидно, так что мяч перелетел. Я же, короче, прыгнул. Почти достал. Прыгнул. Запрыгнул наверх забора, попрыгал на нем и вылетел за ним. А, обидно. Вот, в общем. Если ты мне исключительно про визуальную информацию спросил. Хорош! Не, ну про человеческий, как бы, я сам даже из этого времени не знаю. Лево, блядь! Гордо возьми! Нику мне тоже сеет. С ним играй, там некому дожать и бежать. Ну, не постоянно. Если было бы такое постоянно, я бы удивился. Никита. У меня такие же. Хорош! Я и сам не... Ой, решай! Да, веселый, далеко. Андрей, блин! Я же себе просто отдаю отчет в том, что я так и не должен, вроде бы как. Есть лимитированный, так скажем, заряд. Ресурс. Конечно. Поэтому, когда я вижу людей только в таком состоянии, да, когда я не вижу людей расстроенными, злыми. Не, ну вот сейчас она стояла как бы не сильно, не сильно. Да, да, я поэтому и вроде как попроще. Вот. Когда я вижу людей исключительно там приободренными и так далее, для меня этот человек всегда приходит домой, потом и плачет в ванной, потому что ну, по-другому невозможно. То есть ты либо так, либо ты по-нормальному. Ну это ж потом выливается. А Андрей? А Андрей такой? А я откуда знаю? Который все время улыбается. В моих глазах любой человек, который будет вести себя ровно так же, да, всегда так. И это просто потом вылезет боком. Это все всегда вылазит, потому что... Ниже, Макс, да, ниже. Это ж не, ну, это ж не может держаться вообще. Думаю, что у Андрея разве что к старости это вылезет. Это ж в молодом. Я думаю, что Андрей просто может еще где-то разряд выиграть. По крайней мере, я очень хочу в это верить, потому что, опять же, ходить постоянно улыбаться. Да можешь не постоянно улыбаться. Ну, то, что я вижу, постоянно улыбается. Не, он обычно такой серьезный. Важный. Короче. Это ж для комфорта каждого, чувак, на самом деле. Я просто ж, блин, я на это смотрю всегда с клинической точки зрения, потому что это всегда интересно. Вот. В противном случае, как бы, это ж... И таких людей очень много. Есть люди, которые, ну, занимаются самовнушением таким, и, ну, знаешь, откровенным. Не только касательно позитивного, но еще и негативного. Кто-то исключительно себе устраивает жизнь в негативном. По-разному. Такие еще страшнее, чем те, кто веселые. Веселые потенциально просто не против. Рано или поздно такие люди начинают срываться. Зачем это кому-то надо? Будь собой, типа, в плане того, что ну, тебе надо погоревать, типа, ну, ты злой, да, ты злой. Но ты не скрываешь то, что ты злой, ты просто как бы это не направляешь. Вот, а заедать ее тем, что ему всегда нужно быть счастливым. У меня Ника что-то такая. Свято уверена в том, то есть для нее огромное поражение то, что она не может быть постоянно счастливой. То есть она была бы и рада типа, постоянно находиться в этом состоянии, но не получается. И для нее это, конечно. Я думаю, что никого нет такого, невозможно ни одного человека. Просто Ника с этим мириться. Вынос, вынос, блядь! Ну, я не знаю, это пройдет этот юношеский максимализм, типа, и ее попустит. Она придет в норму, еще остервенеет из-за юрфана, из-за права, из-за того, что она будет адвокатом, скорее всего, она остервенеет еще. И посмотрим, что там получится. Может, если не захочу потом жить. Ну, я ж не захочу. Это будет как мама Антон. Плей. Мама Антон. Мама Антон. Она же адвокат. Она адвокат? Конечно. Не знаю, сейчас только она пьет кофе возле Сильвона моего.
поэтому... Может, уже как бы в завязке, так сказать. Да я думаю, что она и не развязывалась. Мы же с тобой разбирали данное имущество, так сказать. Так была адвокатом, чего нет? Была, да, она практиковала. Ну да, кстати говоря, не исключено, она же там тоже такая достаточно серьезная женщина. Поэтому... Ну, я думал, что как бы она тоже как бы неплохо зарабатывает. Ну, может быть, и неплохо, но там дедушка. Еще дедушка подключил. Дедушка понял, но я имею в виду, что это... Если адвокат, то да, она могла неплохо зарабатывать. Если хороших. Если я могу стоить в этой... в экспертизе 7-8, да? Косых. Не гривен. За одну экспертизу? Да, да, да. Я сейчас потихонечку готовлюсь к обучению туда. Потому что Эдуард Анатольевич тонко намекнул, что пора бы учиться. А это значит, что пора. И если у меня жизнь будет как бы проходить рядом с двумя адвокатами, то ну, я им безусловно там где-то могу пригодиться. То есть ручной эксперт у них должен быть. Вася! Вася! Кто забил? Какой у тебя красивый каскад воды. Красиво, да? У тебя такого нет? Не, у меня такого. У тебя же тоже есть. По-моему, там не видно. У тебя красиво. Глаза прям светят. Давай! Лево, лево, сразу, лево! Дацко? Капитан! Дацко? Короче, ну вот, она немножко еще очерствеет. Я в ее возрасте вообще в Макдональдсе работал, всем улыбался. Не знал, что вообще она это делает, поэтому она достаточно умная на своем. То есть куда, ну, она намного дальше, чем я, или кто угодно из тех, кого я знал на себе. Нокаут, блядь, представляешь, 5 лет уже, неправильно. В принципе, тенденция такая, что... В принципе, что... Люди 18 через там 5 лет будут еще более развиты, чем ну, которые. Ну, акселерация, ну понимаешь, проблема вся в том, что это связано не с возрастом, а скорее всего с развитостью общества. Вот. Ну именно. Так и есть. То есть тип нервной системы это остается тот же самый, ничего не меняется. И вот в чем нюанс. Что сейчас будет этот? За бан. Классная песня. Чего помочь? У тебя ж мяч там в той стороне как раз. Вроде 15 секунд не было. Да, господи, там все равно уже сейчас не блочится. Будет реально этот бан нам? Да я говорю, что оно не будет блочиться. Не будет? Оно ж никогда уже не блочится. Все, то есть можно было оставить? Вообще да. Капец. А там вся монетизация идет за ролик, типа автор? Конечно. Капец. Так она же монетизация, нет? Включил, типа, и все, и ты монетизируешься. Да. Что за жопца вообще, не понимаю? Не, надо монетизируйте 5%, блин, сколько процентов? Но там зависит от того, какой автор, там у всех по-разному. Бред, вообще, какие. Давай тогда песни начнем писать, чтобы... Автор может вообще сказать, что типа либо вырезает этот кусок звука, либо этот... Бан? Либо, да, либо удаляется видео вообще. Охренеть. И других вариантов нет. За что? Что за условия на эти? Не, по-моему, это нормальное условие. За что? Заплатить деньги за то, что ты используешь трек в своем ролике, все. Трек — это интеллектуальная собственность. Домашнюю худобу уже придумал. Вот такой классный, на самом деле, вот возле гаражей этих пустынь. Ну, тут реально можно пикники делать, типа, тоже какие-то... Ну, там бичи туда и выходят. А? Бичи туда и выходят. Ну, бичи. Бичи? А ты не знаешь такие бичи? Бичи — это такие, как ты, я понял. Нет. Наркоманы такие. Кто сигареты курит? Именно. Которых там вот на ГД много. Что, бичи. Бичи?
ну, шашлыки делать, типа, всякие, да, или наркоманы, ты имеешь в виду, прям совсем. Ну, бичевенько, это когда все-таки шашлычки. Наркоманы тоже хуже. Витя, давай, доставай! Это когда алкоголики, наркоманы. А ну! Вот, блядь! Что, дарит? Это что? Что-то знакомое. Я помню, что ты что-то... Я забыл, что... Не, серьезно, что-то знакомое, но забыл. Что? Я не услышал. Ты не помнишь, когда на радио звонил радио Сибири?